привет! Сегодня у нас пятница, с утра был морозец, сейчас на нуле у нас. Я сейчас пока в центре города, снарядил свой велосипед. Сейчас отойду, чтобы видно было, камеру не буду переключать. И как вам и обещал, сегодня попробуем съездить в музей авиации и посмотреть, попробуем туда попасть, ну и собственно там поснимать. Сейчас вроде должна температура чуть выше подняться, но еду пораньше, потому что он работает в будние дни только до часа дня. А на выходные, друзья, передают снег, ну короче, плохая погода. Так что, друзья, вот такие дела, едем. Итак, друзья, еще раз всем привет. Мы все-таки доехали в авиационный музей в городе Луганске. Слава богу, он работает. Нас запустили на территорию. Прохладненько сейчас, пару градусов всего. Видите, у нас вышло солнышко такое небольшое. Ну, хорошо, не сильно слепить будет, но при этом и достаточно светло будет для съемки. Так, мы уже купили билетик. Сейчас вам билет покажу. Уже помялся, правда, немножко. Сейчас уже билет стоит вот 100 рублей. Сейчас фокус поймаем. Да что ж такое? Не хочет ловить. В общем, видно крупным 100 рублей. Вот сейчас я вам здесь покажу график работы. А вот, собственно говоря, расценки. Дети 50 рублей, взрослые 100 рублей, а он экскурсии 300 рублей до 15 человек там. Ну, это, наверное, дополнительно к стоимости. Вот, ну, они, конечно же, никого не ждали, поэтому пришлось немножко подождать. Оказывается, тут в охране сегодня как раз дежурит товарищ, с которым мы раньше вместе работали. Когда я в институте, я вам в одном из видео рассказывал, подрабатывал в охране, чтобы купить себе первый компьютер. Здесь мы вон припарковали свой велосипед. Ну и сейчас пойдем гулять. Так. О, видите, тут оказывается. Данное дерево посажено 17 июля 2013 года почетным директором музея, дважды героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Ляхова. Вот так вот, Владимиром Афанасьевичем. Да, говорят, что этот раньше музей-парк, один из местных наших, так сказать, граждан Луганска, держал-содержал. Слушайте, какой он здоровенный, этот вертолет, а? Просто пипец. Туда вовнутрь, наверное, танк влезет. Так, сейчас пойдем почитаем, что это у нас такое за машина. Это рядом бензовоз стоит, ну, такой, видите, убитенький. Так, друзья, это у нас Ми-6. Тяжелый многоцелевой вертолет, разработанный Миля, изготовление Московский, Ростовский авиационные заводы с общим выпуском 926 машин. Изготовление, эксплуатация 59 по 2004 год. Технические характеристики. Экипаж 5 человек, пассажиры 150 человек. Ого, сколько много. Грузоподъемность 12 тонн. Силовая установка D2 умножить на D-25V. Масса пустого 26,5 тонн. Максимальная взлетная масса 41,700 килограмм. Ну, то есть почти 42 тонны. Скорость 340 максимальная. Потолок 4,5 километра. Дальность полета 1450 километров. Длина 33,180, высота 9,860, диаметр несущего винта 35 метров. Это, короче говоря, сверхтяжелый вертолет. А у нас тем временем вышло солнышко, начинает нам засвечивать. А мы идем дальше к следующему экспонату. Так, это у нас Ми-2. Многоцелевой вертолет, разработан КБ «Миля» под техническим сопровождением Московского вертолетного завода на польском заводе ПЗЛ. Выпущено свыше 5400 штук вертолетов. Изготовление, эксплуатация 61 года по 92. Так, технические характеристики. Экипаж 1 человек, пассажиров 8 человек. Силовая установка 2 ГДТ-350,
Масса пустого 2372 килограмма. Максимальная взлетная масса 3659 килограмма. Скорость до 210 километров в час. Потолок 4000 метров. Дальность полета 580 километров. Длина 1140. В смысле 400. Высота 3700. Диаметр несущего винта 14,5 метров. Это такой больше транспортного назначения вертолет. Пассажиров перевозить и, может, небольшие грузы. Так, друзья, мы идем дальше с вами. Как я рад, что я сегодня попал. Видите, боялся, что погода будет плохая, а вышло солнышко. Хотя, с другой стороны, она нам только немножко засвечивает. Так, а это у нас уже боевой вертолет, видите? Ми-24Р, ну какая-то модификация. Разработанный тоже Милей. Изготовлен ростовский, арсеньевский авиазаводы с общим выпуском 160 машин. Изготовление, эксплуатация с 83 года по нынешнее время. Ну, получается, что они мои ровесники. Вот, экипаж 3 человека. Ну, это технические характеристики озвучиваю, друзья. Пассажиров 8 человек. Силовая установка 2ТВ-3-117В. Масса пустого 8,5 тонн. Взлетная масса максимальная у него 11,5 тонн. Скорость до 320 км в час. Потолок 4600. Дальность полета у нас 1000 км. Длина 21 метр 350, высота 5470, диаметр несущего винта 17300. Ну, он, короче, тут всякими анализаторами снабжен и модифицированным оборудованием для, короче говоря, разведки. То есть, ну, вообще, это боевые вертолеты, их много было, наверное, разных модификаций. У них, вот видите, на вот этих подкрылках вешалась куча разного вооружения. Эти, походу, вертолеты, они такие, штурмовые. Ну, они до сих пор, видите, на ходу. Так, а это у нас такой уже полувоенный, полутранспортный вертолет. Но они, наверное, были модификации и транспортные, и военные. Это у нас Ми-8Т. Многоцелевой вертолет. Тоже разработанный Миля. Так, изготовлен Казанский, Улан-Удэнский авиационные заводы с общим выпуском свыше 4000 машин. Изготовление 61 года по настоящее время. Технические характеристики. 3 человека экипаж, пассажиры 32 человека. Ну, как автобус уже такой. Тоже, конечно, не такой гигант, как вот наш первый, да, Ми-6. Но все равно этот уже посерьезней в плане перевозок. Грузоподъемность 4 тонны. Силовая установка 2ТВ-2-117А. Максимальная взлетная масса 12 тонн. Масса пустого 6625. Скорость до 250 км в час. Потолок 4,5 км. Дальность 480 км. Длина 18 метров 170 мм. Высота 6650. Диаметр несущего винта 21-29. И на подвесках он может нести до тонны, короче, всякого вооружения, там, боеприпасов. Так, друзья, дальше мы сейчас пока не пойдем. Мы с вами сейчас вернемся в начало. И теперь самолеты посмотрим. Переключился я на другую камеру. Что-то первая у меня, родная, выеживалась. Особенно проблемы были с засветами. Этот более лучше автоматически определяет. Но 30 кадров в секунду. Но 4К, друзья. Ну, я постараюсь плавно поворачиваться, чтобы у вас картиночка не дергалась. А так, конечно, друзья, кто приедет в Луганск, советую вам посетить это место. Ну, добираться, конечно, сюда лучше, наверное, на машине или на такси. Вот. А так, в принципе, можно, конечно, прогуляться и через Вауш. Вот. Там есть, в принципе, проход. Так, а это, видите, вот даже украинские авиалинии. Так, это у нас Ан-24. Так, пассажирский среднемагистральный самолет, разработчик Антонов, изготовление Киевский, Иркутский, Улан-Удэйский авиационные заводы, китайский авиазавод САМЦ, с общим выпуском 1367 тысяч машин. Изготовление, эксплуатация с 59 года по настоящее время. Ух ты, 59 года, ничего себе. Но он, кстати, этот двигатель, видите, сломанный, на самом деле у него вот пропеллер. Двухмоторный, то есть он. Так, технические характеристики. Экипаж 3-5 человека.
пассажиры 48-52, ну уже серьезный такой. Грузоподъемный 6,5 тонн, силовая установка 2И24S, максимальная масса, короче говоря, пустого 13,350 кг, максимальная взлетная масса 22,500, скорость до 540 км в час, потолок 7700, дальность полета 2820, длина 25,5, высота 8300, размах крыльев 29200. Вот такой вот красавец, Лан. Вот такие вот раньше изготавливались у нас на Украине. Ну, получается, производство, конечно, совместное было. Раньше-то в советское время эти самолеты изготавливались совместно. Заводы-то были по всему Советскому Союзу разбросаны. Кстати, не скажешь, что так, вроде внешне выглядит так ничего, что они с 59-го года выпускаются. Так. Вот этот более старинно выглядит самолет, сама конструкция. Сейчас пойдем почитаем. Ну, на нем, кстати, надпись «Аэрофлот». Вот мне кажется, на таком в детстве когда-то я как раз летал в Анапу, друзья. Или вот на таком рядом. Вот какой-то, я не знаю, какие у нас тут местные были, интересно. Один раз в жизни я летал на самолете. Вот один раз в детстве я летал, вот только когда я не знаю, сколько мне там было лет-то. Видите, надпись «Аэрофлот» еще. Это Ил-2, многоцелевой среднемагистральный самолет. Разработчик УКБ Илюшина. Изготовитель — Московский авиационный завод. Выпущено 663 машины. Изготовление с 47 по 93 год. Ну, видите, да, с 47 года их делают. Вот. Ну, по 93-й долго выпускали довольно-таки. Но я думаю, что они, наверное, еще, может, даже где-то на ходу еще есть. Хотя вряд ли. Хотя могут в каких-нибудь республиках или еще где-то в других странах мира. Так, изготовление. Московский авиационный завод. Выпущено 663 машины. Так, ага, это я уже вам читал. Технические характеристики. Экипаж 4-5 человек, пассажиры 32 человека. Ну, такой, как автобус, грубо говоря. Силовая установка 2АШ-82ФН. Масса пустого 11 тонн. Максимальная взлетная масса 17250 килограмм, ну то есть 17 тонн 250 килограмм, скорость до 407 километров в час, потолок 6,5 так километра, дальность 1150, длина 21300, высота 7800, размах крыльев 3700. Ну то есть это да, по сравнению с этим, конечно, проигрывает и по скорости, и по всем характеристикам. Но тоже, видите, долгое время они работали и нас с вами возили. Ну, конечно, молодежь уже эти самолеты не застала, но вот наши старшие братья или родители вполне могли на них куда-то летать в советское время или сразу еще после развала Советского Союза. А это уже, я так понимаю, вот идет другая модификация, это уже более современная. Это Як-40, ближнемагистральный пассажирский самолет АКБ Яковлева. Изготовление, так, Саратовский авиационный завод. Выпущено 1011 машин. Изготовление, эксплуатация 66 года по настоящее время. А, ну вот эти вот и сейчас, получается, летают. Технические характеристики. Экипаж 4 человека, пассажиры 40 человек. Грузоподъемность 3 тонны 240 кг, силовая установка 3АИ-25, максимальная взлетная масса 17200. Так, скорость до 545 км в час, потолок 8 км, дальность полета 2500 км, длина 20360, высота 6500, размах крыльев 25 метров. Первый в мире турбореактивный пассажирский самолет для местных авиалиний. Первый отечественный самолет с сертификацией капиталистических стран. Вот видите как, то есть вот да, это первый такой самолет наш был, который был прорывом. Так, друзья, мы идем дальше. Уже 11 часов и 14 минут, ну еще до часу дня время у нас есть. Посетителей так никого нету. Солнышко пробивается через тучки. Мороз вроде отступает. Сейчас уже
Перчатки я снял. Так, руки уже не мерзнут вроде. Так, Ту-141. Многоразовый оперативно-тактический беспилотный аппарат разведки. Разработчик Туполев АКБ. Изготовление Харьковский авиастроительный завод. Выпущено 152 машины. Изготовление эксплуатации 1979 года по настоящее время. Технические характеристики. Оснащение оборудованием для фото и инфракрасной разведки. Парашютом. Грузоподъемность 1700 кг. Силовая установка 1КР-17А. Масса пустого 2910, максимальная взлетная 5370. Скорость до 1010 км в час, потолок 6000 метров. Дальность полета 1 км, длина 14300, высота 2440, размах крыльев 3880. Входит в состав передвижного наземного стартового комплекса ВР-2 «Стриж». Ну, короче говоря, его там разгоняют, запускают, а потом он сам летит и разведывает. Ну, видите, 79-го года. Так, а вот это вот у нас красавец-бомбардировщик стоит. Знаете, какой он здоровенный. Как их сюда транспортировали, интересно. Сами долетали или в разобранном виде их транспортировали, а потом здесь собирали. Это вот, по-моему, медведь или как их называют. Про них много документальных фильмов. Это вот до Ту-160, до реактивных таких больших. Раньше были такие. Но они, по-моему, и сейчас в России на вооружении до сих пор стоят. Это вот стратегический бомбардировщик. Он может ядерное оружие нести. Ту-142. Противолодочный самолет дальней морской разведки. А, ну это модификация, короче говоря. Да, ну очень похож. Разведки, патрулирования и спасения. Разработан УКБ Туполева. Самарский авиастроительный завод. Выпущено 18 машин данной серии. Изготовление, эксплуатация данной серии 68 по 79 год. Технические характеристики. Экипаж 10 человек. Оснащен спасательными средствами. Силовой. Так, силовая установка у него 4НК-12МП, масса пустого 93 тонны 900 кг, ни хрена себе, максимальная взлетная масса 185 тонн, скорость 855 км в час, потолок 13500 км, дальность полета, дальность полета 10600 км, длина 51-55, высота 14700, размах крыльев 50-200. Ну да, но это не тот бомбардировщик, который я вам имел в виду, но я так понимаю, что это с ним связанная какая-то из модификаций. Ну это, видите, морской разведки и спасения. Ну, в принципе, такой же. Ну а это у нас тоже, я так понимаю, Ми-24. Здесь табличек у нас нету. Это Ми-2, наверное, тоже маленький. Здесь просто по-другому закреплен. Ну, наверное, тоже какая-то из модификаций. Но таблички, друзья, нету. Да, их бы, конечно, все бы, друзья, покрасить бы. Да, вот как в парке Патриоте в Каменске-Шахтинском. Есть у меня тоже видео на канале. Здесь на каких-то табличке есть, на каких-то нету. Но это, я так понимаю, такой же, как там стоял. О, а вот это интересно. Это какой-то, по-моему, морской. К-27. Корабельный противолодочный вертолет. Разработанный ОКБ Комова. Так, изготовление. Кумертау авиастроительный завод. Выпущено 267 машин. Изготовление, эксплуатация с 81 года по настоящее время. Технические характеристики. Экипаж от 2 до 3 человек. Так, экипаж он не перевозит. Силовая установка 2ТВ3 117 км.
Так, грузоподъемность 5 тонн. Масса пустого 6 100 килограмм, ну короче 6 тонн 100 килограмм, максимальная взлетная масса 12 тонн, скорость 290 км в час, потолок 3,5 километра, дальность 1000 километров, длина 12 250, высота 5400, диаметр несущего винта почти 16 метров. Вертолеты этого типа принимали участие в ликвидации Чернобыльской АЭС. Да. Надеюсь, этот не с Чернобыльской АЭС и он не фонит. Хотя он столько времени здесь уже стоит, но вот тоже какой-то вертолет морской. А может, подобное этому, только другая модификация какая-то, видите? Не, это другой вертолет. Но таблички, друзья, нету. Но флаг, видите, военно-морского флота. Вот. Поэтому это тоже морской какой-то вертолет. Ну, скорее всего, какая-то модификация вот предыдущего. Они, видите, похожи, но немножко разные. Так, идем дальше. Это у нас Ми-24. Очередная модификация. Да, здесь кабина какая-то другая. Здесь, вон, видите, от Нурсова еще. От Нурсовых снарядов. Барабан. Так, Ми-24А. Транспортно-боевой ударный вертолет. Разработанный на Кабымиле. Изготовленный там же на Ростовском и Ростовском авиационных заводах. Общий выпуск 250 машин. Изготовление, эксплуатация. 1969 год по 93 год. Технические характеристики. 2-3 члена экипажа. Пассажиры он мог возить 8 человек. Силовая установка 2ТВ-317. Так, масса пустого 7675. Максимальная взлетная масса 11 тонн. Скорость 350 км в час. Потолок почти 5 км. Дальность полета 1000 км. Длина 21,5 метра. Высота 4300, диаметр несущего винта 17300. Второй отечественный после К-25 и третий в мире тип специализированного боевого вертолета имел прозвище «Крокодил». Ну вот это, собственно, «Крокодил». Да, у него и морда такая приплюснутая, друзья. Так, ну что, идем. Мы бы, конечно, его бы подремонтировать. Тут бы все бы подремонтировать, друзья. А это у нас Ми-4. Ух ты, какой. Ми-4, многоцелевой вертолет, первый отечественный военно-транспортный вертолет, разработанный КБ «Миля», изготовлено на Казанском, Саратовском авиационных заводах, Китай, завод НАМС, или ХАМ, или HAMC, вот так вот, с общим выпуском 3900 машин, изготовление, эксплуатации 81-88 год. Так, 3 человека экипажа, пассажиров до 16 человек он мог вести. Силовая установка 1HA-82V. Так, масса пустого 4900 кг. Максимальная взлетная масса 7600 кг. Скорость до 226 км в час. Потолок 5500. Дальность полета 465. Длина 16 800 метров. Высота. Диаметр несущего винта 21 метр. Так, ну что, друзья, идем дальше. Ну, я так понимаю, это вот что-то типа кукурузника, только он, видите, в полуразобранном виде, может, его хотели восстанавливать. Короче говоря, так и не доделали. Так, тут уже начинаются реактивные, смотрю, машины. Так, что это у нас такое? Это у нас Су-15ТР. Истребитель-перехватчик ПВО, разработанный ОКБ «Сухого». Изготовление. Новосибирский авиастроительный завод. Выпущено 1300 машин. Изготовление, эксплуатация 65 по 96 год. Так, экипаж один человек. Вот так. Наведение на цель. Его назначение, короче говоря. Наведение на цель наземных комплексов ПВО. Грузоподъемность 1,5 тонны. Силовая установка 2 R13F300. Так, масса пустого
почти 11 тонн, максимальная взлетная масса 18 тонн, скорость до 2230 км в час, потолок 18,5 км, дальность полета 1700 км, длина 22 метра этого красавца, высота почти 5 метров, размах крыльев почти 10 метров. Оснащен бомбовым и ракетным вооружением. Самолет этого типа известен на Западе уничтожением в 1981-1983 году аргентинского и южнокорейского самолетов-нарушителей воздушного пространства. Ну да, там, конечно, случаи были такие, что там, по-моему, и пассажиры погибли, короче говоря, такое себе царство небесное. Да. Ну это, короче, авиаперехватчик. Видите, скорость уже какая серьезная. Так, идем далее. Солнышко уже повыше, меньше засвечивает. Тоже мороза такого вроде нету. Так, а это у нас Су-7Б. Это более, получается, у нас старинный самолет. Так, фронтовой истребитель-бомбардировщик, разработанный ОКБ Сухого, изготовление Комсомольск-на-Амуре, авиационный завод. Выпущено 1848 машин, изготовление эксплуатации 57-86 год. Так, экипаж у нас один человек, кабина пилота бронирована. Так, грузоподъемность 2 тонны, масса пустого 8370 кг, максимальная взлетная масса 13 тонн, силовая установка 1АЛ7Ф7, скорость до 2120 км в час, потолок 15 км, дальность полета 1130 км, длина 16610, высота 460, размах крыльев 9310. Оснащен стрелковыми пушками, бомбовыми и ракетным вооружением, имел высокую аварийность в строевых частях. Ну, короче говоря, ну, это одни из первых самолетов, поэтому с ними, конечно, были проблемы. Тогда это все только развивалось. Так, солнышко начинает пригревать, прямо и такой небольшой ветерок, но, надеюсь, микрофон не сильно задувает. Посмотрим, может, придется отдельно дозвучивать. Так, а это у нас Су-17М. Фронтовой истребитель-бомбардировщик, разработанный ОКБ Сухого. Так, изготовлен Комсомольск-на-Амуре, авиационный завод, выпущено 2687 машин. Так, эксплуатируется, кстати, по сегодняшний день, 70-го года. Так, характеристики, экипаж один человек, возможно, сброс ядерных бомб, ух ты, даже ничего себе. Силовая установка 1АЛ-21Ф3, максимальная взлетная масса 18 тонн, друзья, простите, заговорился уже. Грузоподъемность 4 тонны, масса пустого почти 10 тонн. Скорость у него, видите, до 2518 км в час. Потолок 15 км, дальность полета 2500 км, длина 18730, высота почти 5 метров, размах крыльев. Кстати, у него изменяемое, видите, крыло. Это было для того, чтобы они лучше взлетали и потом лучше маневрировали. Короче, у него размах от 13680 до 10 метров. Первый отечественный самолет с изменяемой геометрией крыла. Оснащен стрелковыми пушками, бомбовыми и ракетными вооружениями. В качестве истребителя не использовался. Ну, короче говоря, больше это как штурмовик, грубо говоря, он использовался. Так, идем дальше. Ну да, с изменяемой геометрией крыла. Это, наверное, у нас МиГ, если я не ошибаюсь. Внешне так. Ну, сейчас прочитаем, а то сейчас опять вас надурю. И тоже с изменяемой геометрией крыла. Нет, я, друзья, вас надурю, это не МиГ. Это у нас Су-24М. Кстати, они, по-моему, и сейчас летают. Так, тактический фронтовой бомбардировщик, разработанный ОКБ Сухим. Так, в Новосибирском заводе изготавливался, 1400 машин. Был изготовлен эксплуатация 75 года по сегодняшний. Да, они сейчас летают. Технические характеристики. Экипаж 2 человека. Может носить тактическое ядерное даже он оружие. Силовая установка 2L21F3. Грузоподъемность 7 тонн.
Масса пустого 21 тонна 200 килограмм. Ну, снаряженная, соответственно, суммируется. Это получается у нас почти 40 тонн. Скорость до 1700 км в час. Потолок 11 км. Дальность полета 3000 км. О, видите, у него уже дальность большая, но при этом скорость меньше. Ну, это уже такой, потому что бомбардировщик такой, штурмовик больше. Длина 25600, высота 6200, и повышен размах крыльев у него, опять же, вот изменяемая у него геометрия, 17 метров и, короче говоря, чуть меньше 11 метров. Так, оснащен он стрелковым, пушечным, бомбовым, ракетным вооружением, способен на малых высотах огибать рельеф местности, то есть он такой довольно-таки маневренный. Так, идем дальше. А вот это, наверное, грач, да, друзья? Да, это у нас грач. Но они сейчас тоже на вооружении, их очень там много всяких модификаций. Да, это у нас Су-25. Фронтовой самолет-штурмовик. Ну вот именно уже такой штурмовик, он такой, он бронированный. Изготавливали, видите, вот Тбилисский, он, Одесские авиазаводы с общим выпуском 1320 машин. Изготовление эксплуатации 78 года по настоящее время. Технические характеристики. Так. Пилотировал его один человек, кабина бронированная, силовая установка 2R95Ш или R195Ш, ну, видать, разные были. Масса пустого 9 тонн 300 кг, максимальная взлетная масса 1760 кг. Скорость 950, потолок 10 тысяч, дальность полета почти 2000 километров, длина 15 метров, высота 5 метров, размах крыльев в районе 14 метров, оснащен стрелково-пушечным бомбово-ракетным вооружением, двигатель имеет собственную бронезащиту, назывался Грачом, ну, как я вам, собственно говоря, и сказал. Да, вот это вот красавцы. Да, друзья, классно, когда вот это все оружие просто стоит или где-то там на полигонах. Вот, кстати, у него, видите, тоже кассеты под Нурсы. Вот. Они воюют, особенно против тебя. Вообще война — это ужасно, друзья. Лучше воевать в компьютерных играх. И там доказывать, кто круче, чем вот это вот настоящая, когда война начинается. И большие дядьки начинают играться вот это вот эти игрушки. Так, ну ладно, не будем отклоняться, идем дальше. Видите, тут, видать, во время боевых действий обстрелы какие-то были. Часть самолетов, он есть частично посеченные. Ух ты, а это какой-то, походу, прототип. Так, сейчас подойдем ближе, почитаем. Так, Т-10-10, самолет для испытания опытных систем РЛС. А, ну это, видите, не такая нестандартная боевая модель. Разработана КБ Сухим, изготовлена Комсомольск на Амуре. Авиастроительный завод, выпущена одна штука. Ну это, я так понимаю, типа Су-27 что-то или какая-то промежуточная модель. Так. Испытывали РЛС в 82 году. Так, экипаж один человека. Да, Су-27 он. Силовая установка 2L21F33AI. Так, грузоподъемность 6 тонн, масса 12 тонн, максимальная взлетная 18 тонн, скорость 2500, потолок 22500, увидите уже потолок какой большой. Дальность полета 2400 километров, длина 18500, высота 5200, размах крыльев 13 метров почти. Оснащен вооружением, он не вооружался, потому что он для испытаний РЛС. Так, ну это, я так понимаю, очередная какая-то модификация грача стоит. Су-25. Ну, таблички ничего нету. Ну, я думаю, что это он. С надписью «За Одессу». Так, идем дальше. Тоже вон запчасти какие-то валяются. Вертолетов, самолетов. Так, а это у нас Ил-76МД. Дальний военно-транспортный самолет. Разработан на КБ Илюшина.
изготавливаются ташкентские, ульяновские авиастроительные заводы. Так, выпустили всего в районе 200 машин изготовления. Так, эксплуатация по 1971 год по настоящее время. Так, экипаж 7 человек, пассажиры 245, если десантников, то 126, силовая установка 4ДК 30 КП. Так, грузоподъемность 60 тонн, ничего себе. Так, масса пустого 48 тонн, скорость 850 км в час, потолок 14500, дальность полета 4200 тысяч километров, длина 46600, высота 15 почти, размах крыльев 50 метров с половиной. Первый отечественный транспортный самолет, способности бомбы внутри фюзеляжа и на внешней подвеске. Это у нас, друзья, МиГ-29. Самолет за завоевание превосходства в воздухе. Разработан ОКБ Микояна Гуревича. Московские изготовления. Московский Нижегородский завод. Кстати, они сейчас в Нижнем Новгороде изготавливаются. 1600 машин изготовлено с 83 года. По нынешнее время изготавливается. Экипаж 1 человек. Так, грузоподъемность 2200 килограмм. Так, масса пустого 11 тонн, максимальная взлетная 18,5 кг, скорость до 200-450 км в час, потолок 18 км, дальность 1430 км, длина 17 метров, высота почти 5 метров, размах крыльев 11-360, оснащение стрелковым, пушечным, бомбовым, ракетным вооружением, один из самых маневренных самолетов в мире. Так, а это у нас МиГ-25РБ. Такой красавец. Высотный самолет оперативной разведки и бомбардировки. Разработанный ОКБ Микояна Гуревича. Так, изготавливается на Нижегородском авиационном заводе, выпущено 240 машин, эксплуатация 70-го года по настоящее время, экипаж 1 человек. Так, силовая установка 2Р-15Б, БД-300, максимальная взлетная масса 41 тонна, так, масса пустого 19 тонн, ну и 4 тонны грузоподъемность, скорость до 3000 км в час, ух ты, уже скоростной. Потолок 23 км, потолок большой, дальность полета 1685 км, длина 21,55, высота 6,5, размах крыльев 13,380. Впервые в мире планер данного типа самолета собран из титановых сплавов с применением сварки. После гона самолета МиГ-25П в 76 году во время отечественной заменили системы на свой чужой. Да, вот этот самолет был угнан, по-моему, в Японию или куда-то туда летчиком. За ним гонялись, потому что он очень быстро летал на то время. 3000 км в час. И Западу было интересно, как он был сделан. Так, идем дальше. Главное успеть, друзья, у нас еще час остался. Так, друзья, продолжаем мы экскурсию по нашему авиационному музею. Пришлось мне сюда приехать второй раз. Первый раз снимал, вроде все отснял, но пленка, образно говоря, не пленка, а получается заглючила почему-то. Запись, поэтому пришлось нам ехать второй раз. Первый раз, короче говоря, 5 или 6 файлов оказались поврежденными, поэтому будем записывать и проверять. Первый раз такой, может из-за холода телефон замерз, не знаю, может SD-карта глюканула. Итак, возвращаемся к нашим экспонатам. Так, это у нас МиГ-21Ф, истребитель-перехватчик, разработанный
Каяна и Гуревича ОКБ. Нижегородский завод изготавливал. 83 машины изготовлены. 59 года. Блин, типа настоящее время он еще летает. Так, экипаж один человек. Всепогодный он, короче говоря, истребитель-перехватчик. Силовая установка 1Р F300. Масса его 5250 пустого. Грузоподъемность тонна 300. Максимальная взлетная масса 9400. Скорость 2230. Потолок 18 км. Дальность полета 1000 км. Длина 15 метров. Высота 5 метров. Размах крыльев 7150. Оснащен стрелково-пушным бомбовым ракетным вооружением. Эксплуатации 1991 года. МиГ-27 – тактический истребитель-бомбардировщик, разработанный ОКБ Микояна Гуревича, изготавливался на Московском, Иркутском, Ланедесском заводах. Выпущено всего 1412 машин. Изготовление, эксплуатация 1975 года по нынешнее время. Так, экипаж – один человек, кабина пилота бронирована, силовая установка 1Р29300, грузоподъемность 4 тонны. Масса пустого почти 12 тонн, максимальная взлетная масса 20 тонн 670 килограмм. Скорость 1885 км в час, потолок 14 км, дальность полета 2500 км. Длина 17 метров, высота 5 метров, размах крыльев изменяемый у него от 14 до 7,5 метров. Оснащен стрелковым, пушечным, бомбовым и ракетным вооружением. Носитель тактических ядерных бомб. Данный самолет использовался для создания отечественной палубной авиации. МиГ-23МЛ – многоцелевой самолет-истребитель, разработанный КБ Микояна Гуревича. Изготовлен на Московском, Иркутском заводом. Выпущено 4000 машин. Эксплуатация 1976 года по нынешний. Так, экипаж – один человек. Применялся во всепогодных условиях. Грузоподъемность 2 тонны. Масса пустого 10,5 тонн. Силовая установка 1Р35-300. Максимальная взлетная масса 20 тонн 100 килограмм. Скорость 2500 километров в час. Потолок 17700 метров. Дальность полета 900 километров. Длина почти 17 метров, высота 5 метров, крылья у него тоже изменяемые были, от 14 до 7780 метра. Оснащен стрелковым, пушечным, бомбовым и ракетным вооружением. Применен высокая кислородная подпитка двигателя. Зарекомендовал себя сложным и в техническом обслуживании. МиГ-21У – учебно-тренировочный самолет-истребитель, разработанный ОКБ Миля Гуревича. Изготавливался на Тбилисском, Московском заводах. Выпущено 200 машин 1962 года по нынешнее время эксплуатация. Экипаж один человек, еще плюс пассажир-курсант. Грузоподъемность 900 кг, масса пустого 5610, максимальная взлетная масса 10 тонн. Скорость 2175 км в час, потолок 18 км, дальность полета 1210 километров, длина 13,5 метра, высота почти 5 метров, размах крыльев 7 метров с небольшим. Оснащен стрелковым, пушечным и бомбово-ракетным вооружением. МиГ-21СМ – истребитель-перехватчик, разработанный ОКБ Миля Егоревича. Изготавливался на Нижегородском авиастроительном заводе, выпущено 500 машин. Изготовление, эксплуатация 1968 года по настоящее время. Так, технические характеристики. Экипаж один человек. Применение во всепогодных условиях. Грузоподъемность 1300 кг. Масса пустого 5250 кг. Максимальная взлетная масса 9400 кг. Силовая установка R13-300. Скорость 2230 км в час. Потолок 18 км. Дальность полета 1050 км. Длина 15 метров. Высота 5 метров. Размах крыльев 7 метров с небольшим. Оснащен стрелковым, пушечным, бомбовым и ракетным вооружением. На экспорт поставлялся до 1991 года. Дальний тип самолета известен на Западе тараном турецкого военного самолета в 1973 году. МиГ-17 – самолет-истребитель, разработанный КБ Мия Гуревича, изготавливался в России.
также, ну, в смысле, в Советском Союзе, также в Чехии и в Китае. Выпущено было почти 3000 машин. Эксплуатация с 57 года по 86, экипаж 1 человек, боевое применение на околовоздухе, силовая установка ВК-1А в скобках F, грузоподъемность 250 кг, масса пустого 3 тонны 798 кг, максимальная взлетная масса 6 тонн 72 кг, скорость 1000 км в час, потолок почти 15 километров, дальность полета 1010 километров, длина 11 метров, высота чуть меньше 4 метров, размах крыльев 9 метров 230 миллиметров. Первый отечественный серийный сверхзвуковой самолет, оснащенный стрелковым, пушечным, бомбовым, ракетным вооружением. МиГ-19. Самолет-истребитель, разработанный Микояной Гуревича УКБ. Изготавливался в Советском Союзе, также в Китае и в Чехословакии. Выпущено было 65 тысяч машин. Ого. Эксплуатация его с 55 года по 10 год. Ну, не учитывая Китай. Экипаж 1 человек. Применяется дозаправка в воздухе. Масса пустого 5172, грузоподъемность 250 кг. Силовая установка 2 штуки РД-9Б. Максимальная взлетная масса 8832 кг. Скорость почти 1500 км в час. Потолок 15 км. Дальность полета 1400 км. Длина 12,5 метра. Высота 4 метра. Размах крыльев 9 метров. Оснащен стрелковым, пушечным, бомбовым, ракетным вооружением. Первый отечественный самолет с цельноповоротным стабилизатором. МиГ-15УТИ – учебно-тренировочный самолет, разработанный Микояна Гуревича ОКБ, изготавливался в Советском Союзе, также в Чехословакии и в Китае. Экипаж – 1 человек, пассажир – 1 курсант. Грузоподъемность – 200 кг, масса пустого – 3 тонны 118 кг, максимальная взлетная масса – 9 117 кг, скорость – до 1000 км в час, потолок – 14,5 километров, дальность полета 950 километров, длина 10 метров, высота почти 4 метра, размах крыльев 10 метров, оснащен стрелковым, пушечным, бомбовым, ракетным вооружением. Данный тип самолета ремонтировался на нашем авиационном заводе в 50-е годы. Ну что, друзья, потихоньку всходит солнышко, обещали сегодня теплый день. Вчера не поехал, думал, сегодня теплее будет, а вчера оказалось, друзья, что было еще теплее, чем сегодня. Сегодня прохладно, минус один, минус два. Это у них здесь еще один такой корпус находится. Не знаю, что здесь раньше было, может, бар, ресторан, что-то такое. А может, еще какой-то музей продолжения. А, там написано, да, музей. Ну, внутри, не знаю, сейчас, походу, не работает. Так, а здесь у нас, видите, ракета. СССР «Восток» стоит вот такая. Ну, я так понимаю, это для запуска спутников. Так, ну а что, мы идем дальше. Видите, сегодня облачно. Вчера ни одного облачка не было. Сегодня прямо... Идем тут тропинками. Мерзнем, но снимаем. После съемки проверим. Як-38У – учебный самолет вертикального взлета и посадки, разработанный ОКБ Яковлева. Изготавливался в Саратовском авиационном заводе. Выпущено 38 машин, эксплуатация 77 по 2004 год. Экипаж – 2 человека, силовая установка Р-27В-300 и ПД-2Р-36-35ФВР. Масса пустого 8390, грузоподъемность 2750, максимальная взлетная масса 10 тонн. Скорость до 850 км в час, потолок 5000 метров, дальность полета 450 км. Длина 18 метров, высота 4 с небольшим, размах крыльев регулируемый от 7 до 4,5 метров. Впервые для отечественных самолетов применено принудительное одновременное катапультирование летчиков в разные стороны.
Л-410 – многоцелевой самолет местных авиалиний, разработан в Чехии. Изготавливался он в Чехии и у нас в СССР. Выпущено было 1200 машин, изготовление и эксплуатация 1971 года. И по настоящее время экипаж 2 человека, пассажиры 17-19 человек, грузоподъемность 1800 кг, масса пустого 3850 кг, максимальная взлетная масса 5800 кг, скорость 320 км в час, потолок 4200 метров, дальность полета 1040 км, длина 14,5 метров, высота 6 метров, размах крыльев 19,5 метров. Название было изменено на турболет. Як-28Р, фронтовой самолет-разведчик, разработанный ОКБ АЭС Яковлева. Так, изготавливался он в Советском Союзе. Выпущено было 183 машины. Эксплуатация 66 года по 94. Экипаж 2 человека, оснащен телевизионной разведкой. Грузоподъемность 3000 кг. Масса пустого 8260. Максимальная взлетная масса 15725 кг. Скорость 1800 км в час. Потолок 15 км. 650 метров. Дальность полета 2680 км. Длина 20 метров. Высота 430. Размах крыльев 11,64 метра. Первый отечественный сверхзвуковой носитель ядерных бомб из-за отсутствия под него вооружения назывался «Голубем мира». Л-29 – учебно-тренировочный самолет, также разработанный в Чехии, выпускался в Чехии. Выпущено 3665 машин. Эксплуатация 63 года по нынешнее время. Экипаж 1 человек, пассажир 1 курсант. Грузоподъемность 250 кг. Масса пустого 2384 кг. Максимальная взлетная масса 3664. Скорость 625 км в час. Потолок почти 11 км. Дальность полета 710 км. Длина почти 11 метров, высота чуть больше 3 метров, размах крыльев 10-290. Первый чехословацкий серийный самолет, способности бомбы, основной учебно-тренировочный самолет СССР, имел название «Дельфин». Л-39 – учебно-тренировочный самолет, разработанный в Чехии. Выпускался в Чехии. Выпущено почти 3000 машин. Эксплуатация 71 года по нынешнее время. Экипаж 1 человек, пассажир 1 курсант. Грузоподъемность 250 кг. Масса пустого 3395 кг. Максимальная взлетная масса 4700 кг. Скорость 900 км в час. Потолок почти 12 км. Дальность полета 1000 км. Длина 12 метров. Высота 4,5 метров. Размах крыльев почти 10 метров. Способен нести ракетно-бомбовое вооружение. Второй после Л-29 учебно-тренировочный самолет СССР имел название «Альбатрос». Л-38 – противолодочный самолет, разработанный УКБ Ильюшина. Московским авиационным заводом выпущено 65 машин, эксплуатация 69 года по нынешнее время. Экипаж 7 человек. Был также экземпляр под госпиталь в 61-68 году. Грузоподъемность 8 тонн 400 кг, масса пустого 34700. Максимальная взлетная масса 68 тонн. Скорость до 650 км в час, потолок 8 км, дальность полета 9500 км. Длина 40 метров, высота 10 метров, размах крыльев 37,5 метров. Впервые на отечественных самолетах установлена бортовая цифровая вычислительная аппаратура, наведение через автопилот и слежение за подводными лодками, способен нести торпеды и глубинные бомбы. Б-12 – противолодочный самолет-амфибия, разработанный ОКБ «Бериева». Изготавливался на Таганрогском заводе, выпущено 143 машины. Эксплуатация с 59 года по нынешнее время. Экипаж 4 человека. Мореходность 3 балла волны. Грузоподъемность 3 тонны. Масса пустого 24 тонны. Максимальная взлетная масса 36 тонн. Скорость до 550 км в час. Потолок 12 км. Дальность полета 4000 км. Длина 30 метров. Высота 7,40 км.
Размах крыльев 30 метров. 200 миллиметров. Модификация B-12SK предусматривает несение и применение ядерных подводных бомб. Ан-26Ш. Учебный самолет, разработанный ОКБ Антонова. Изготавливался в Киеве, выпущено 72 машины. 72 года по нынешние года эксплуатации. Экипаж 3 человека, пассажир, 1 инструктор, 10 курсантов. Грузоподъемность 6 тонн 200 килограмм. Масса пустого 15 тонн. Взлетная масса максимальная почти 24 тонны. Скорость 540 километров в час. Потолок 7,5 километров. Дальность полета 2600 километров. Длина 24 метра. Высота почти 9 метров. Размах крыльев 29 метров. Бомбовая нагрузка на пилонах 2 тонны. На данном самолете с 86 по 97 год обучались курсанты Ваушала. Имел название «Шайтан». Ан-14А. Транспортный самолет. Разработан Антоновым ОКБ. Выпускался он в Киеве. Выпущено 343 машины. Эксплуатация 65 года по 2013. Экипаж 1 человек. Пассажиры 9 человек. Грузоподъемность 720 кг, масса пустого 2600, максимальная взлетная масса 3270, скорость до 210 км в час, потолок 5 км, дальность полета 680 км, длина 11 метров, высота 4360, размах крыльев 22 метра. Назывался самолет он «Пчелка», применялся как самолет связи. Ту-124Ш. Учебный самолет, разработанный ОКБ Туполева. Изготавливался в Харькове. Выпущено 54 машины 62 по 83 год. Экипаж 4 человека, пассажиры 1 инструктор, 13 курсантов. Грузоподъемность 2 тонны, масса пустого 22 тонны, максимальная взлетная масса 36 тонн. Скорость 970 км в час, потолок почти 12 км, дальность полета 200 км. Длина 3,5 метра, высота 8 метров, размах крыльев 25,5 метров. Бомбовая нагрузка на пилоны 1,5 тонны. С 68 по 72 году на данном самолете обучались курсанты Вауша. Что, друзья, у нас потихонечку поднимается солнышко, как вы видите. Засвечивает немножко облачка, начинает потихонечку теплеть. Но мы с вами уже сняли практически все. Сейчас вот тут покажу вам немножко еще экспонаты тут по центру, без табличек стоят. Ну, видите, во время боевых действий в 2014 году частично техника пострадала. Она и в других местах видится разрушение. Ну, видите, не все удалось еще подремонтировать и отреставрировать. Конечно, не хватает этому месту финансирования. Вот бы какие-нибудь волонтеры из России приехали, ну, плюс с финансированием помогли бы привести это место в современный вид. Видите, тоже вот такой вертолет К-26. Многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ Камова. Изготавливался в СССР, выпущено 816 машин. Эксплуатация 69 года по нынешнее время. Экипаж 2 человека, пассажиров 6 человек, грузоподъемность 700 кг, масса пустого тонна 750, взлетная масса максимальная 3250, скорость до 170 км в час, потолок 3 км, дальность полета 520 км, длина почти 8 метров, высота 4 метра, диаметр винта 13 метров. Первый в мире тип вертолета с лопастями из стеклопластика. Не хватает немножко музею, конечно, свежего дыхания. Все бы подреставрировать, навести здесь порядок, сделать освещение. Кстати, в перспективе это место перспективное. Ну, масло масляное получилось. Ну, я как это вижу? Он же находится на трассе, которая идет из Луганска на Изварино. А тут сейчас будет идти грузопоток. Да и трассу, я думаю, будут расширять. Почему бы не сделать здесь
точно так же, как в Каменске на трассе М4, гостиницу, место для отдыха какое-то. Вот, и плюс привести в порядок вот этот музей, чтобы люди, едя по пути, могли сюда заехать, отдохнуть, ну и плюс погулять по музею. Ну, можно здесь бизнес для отдыха сделать какой-то. Ну, вот еще один тоже самолет стоит, без подписи. Вертолет здесь еще один не стоит. Это, друзья, не экспонат, это мой велосипед стоит. Ветерок начинает подниматься. Ну что, друзья, вот такое вот чудесное здесь место. Давайте еще раз сейчас ракурсом панораму снимем. Сейчас солнышко все хорошо светило. Классное место, я, честно говоря, не знаю, как я сюда в детстве ни разу не попал. Я вблизи, вживую, никогда столько самолетов не видел. Понятно, что тут уже остались фактически одни островы. Но все равно. Картинка былой мощи. Следы бывшей высокоразвитой цивилизации. Сейчас мы, конечно, не можем такое создавать, ничего. Ну, хотя авиаремонтный завод, вроде, ремонтом занимаются, а сейчас с вот новым указом Путина о признании сертификации нашей продукции, может, вдохнется новая жизнь, и заводы эти заработают. Да, обидно, конечно, здесь какое высшее училище было, и все, взлетная полоса и так далее. Могло бы это, конечно, если бы Советский Союз сохранился, либо Луганск был частью России, я думаю, что здесь бы все бы было бы, работало бы и сейчас. Посмотрите еще раз на эту всю красоту. Так, друзья, сейчас я вам тут ставлю кусочек, что из себя сейчас представляет здесь, ну, командный пункт типа аэропорта. На этом аэродроме ставлю кусочек, что из себя сейчас представляет. Полосы здесь взлетные эти, аварийные. Ну, как не аварийные, а для учеников, которые здесь аэродром был. Ну и, собственно, на что сейчас похож лицей. Ну, а вдалеке у нас, друзья, находится пункт управления данным учебным аэродромом. Сейчас мы подъедем к нему ближе. Вы посмотрите, что там от него осталось. Он рядом тут совсем с музеем находится. Тем временем у нас потеплело, уже показывает плюс один. Когда я ехал, было минус два. Видите, дорога еще туда осталась. Я, честно говоря, не знаю, он давно разваленный такой стоит, или его, конечно, добила война в 2014 году. Ледок везде стоит. Ну, вот он, видите, как выглядит. Один кирпич остался, ничего нету, ни стекол. Не уже. Да не, наверное, друзья, он давно заброшенный и разрушенный еще до боевых действий, потому что там даже, ну, уже дерева не осталось. Все развалилось, вон горы мусора валяются. Подстанция здесь была трансформаторная. Так что, друзья, вот такие вот дела. Что, друзья, приехали мы на полосу. Здесь, видите, несколько всяких направлений. Тут разворотные места были. Уже все позарастало.
там вдалеке у нас плиты. Я так понимаю, там то ли две взлетных, то ли одна какая-то запасная, одна основная. Сейчас мы туда выедем. Ну, тут, конечно, в заброшенном состоянии находится. Понятно, что здесь сейчас никто не летает. От слова совсем. Но полоса такая, в принципе, длинная довольно. Ну, единственное, что здесь бывают наши, устраивают гонки на машинах. Вон, в принципе, следы шин есть. Так что плиты целые, в принципе, более-менее. Ну, конечно, вон есть и ямы. Ну, наверное, самолет здесь уже не каждый взлетит и не каждый сядет. Есть тут всякие разворотные места. Ну, здесь, по-моему, сейчас больше жарю. Гонщики всякие на машинах это. Вокруг поля. Тишина и спокойствие. Сейчас мы выйдем с вами на основную, я так понял, самую широкую взлетную часть. Длинная очередь. Наверное, большие самолеты могли сюда садиться. Здесь видите, типа разворотного места такого, ну тоже следы ошибки. Надо еще будет съездить в наш аэропорт, там тоже вот парк есть, видите, такая широкая полоса здесь. Ну, следы только от шин, понятно, что не самолетов, а машин. А вдалеке у нас музей виднеется, друзья. Что, сейчас еще заедем к лицею. А вот, друзья, что от высшего училища у нас осталось. Эти полуразрушенные здания. Все-таки, видимо, ему не во время боевых действий досталось. Тяжело, что он превратился. Да, ужасно, конечно. Позарастало здание, видите, какое разрушенное, страшненькое. Раньше было красивое, большое. Да, смотрел старое видео буквально в 13 году, здесь еще что-то было. Ну, видимо, все-таки во время боевых действий сюда что-то попало, наверное, был пожар. Все это дело, короче говоря, друзья, разрушилось. Ну, остается единственная надежда, что все-таки мы когда-то опять станем единой большой страной и сможем это все вернуть, отстроить и возобновить. Так что, друзья, вот такие дела тут у нас случились. Ну, друзья, будем заканчивать сегодняшнее наше путешествие в это чудесное место. Пожелаем ему развития, чтобы какие-нибудь организации волонтерские, всякие там патриотические, помогли этому парку и музею, вдохнули в него жизнь. А может, здесь и организовать какое-то, ну, коммерческое место отдыха, как в России сейчас делается. Вот. Ну, конечно, для этого нужно, чтобы мир наступил. Вот. Чтобы здесь подремонтировали все, подреставрировали, сделали освещение, облагородили. Ну, может, даже гостиницу какую-то, что-то рядом построили на трассе. Ну, в общем, такое мысли вслух, друзья.
Вот, в заключение, что хочу пожелать вам. Всем крепкого здоровья, вашим близким и вам в это тяжелое время. Берегите себя. Также подписывайтесь на канал, друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. Вот. Ну а так что, друзья, будем с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.